Областной этап 22-й спартакиады учащихся по мотоциклетному спорту прошел в Бресте. Юные байкеры соревновались в управлении двухколесным транспортом за титул лучших в первом регионе и за право представить Брестскую область в республиканском финале. Этап соревнований в рамках республиканской спартакиады «Техноспорт» прошел в областном центре. Участие приняли молодые любители мотоциклетного спорта из Бреста, Пинска и Брестского района. Ежегодно в нашей стране проводится конкурс, который называется «Республиканская спартакиада по техническим видам спорта «Техноспорт», одним из номинаций которого является соревнование по мотоциклетному спорту. Они включают в себя тестирование ПДД и фигурное вождение мотоцикла. На этом этапе мы отбираем детей, выбираем лучших с нашей области и отправляем, формируем команду на республиканских уже соревнованиях. Лучшие ребята попадают в команду, которая поедет на республику, в город Пинск. Проходя разные испытания на спортивной площадке, ребята показывали свои навыки и техническое мастерство в скоростном фигурном маневрировании и в знании правил дорожного движения. Для нас, в первую очередь, это очередная возможность напомнить ребятам о правилах безопасного участия в дорожном движении на мототранспорте. Сегодня мы рассказали ребятам, которые принимают участие в данной спартакиаде, статистику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, акцентировали внимание на основных опасностях, которые возникают на дороге при управлении мототранспортом. Отдельно хочется отметить, что с 27 апреля по 4 мая на территории Республики Беларусь проходит республиканская профилактическая акция под девизом «Мотоциклист». По результатам соревнований победителями в личном зачете стали Максим Шлома, учащийся города Пинска в старшей возрастной категории, и Никита Дричиц, победитель младшей возрастной категории. Занимаюсь я уже этим видом спорта 4 года. Пришел как-то, не знаю, увидел, что ездят, захотел подойти, мне как-то понравилось. Начал ходить, заниматься. Вот на таких соревнованиях уже третий раз даже. И результаты, на самом деле, радуют меня. Спартакиада – это яркое событие, способствующее развитию спортивного движения в Брестской области. Молодых любителей мотоспорта, которые показали высокий уровень мастерства на региональных соревнованиях, ожидает борьба за награды на республиканском этапе, который пройдет в Пинске с 6 по 7 мая. Диана Михальчук, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».